так вот мы нарядили в этом году елку. Кстати, это отличный вариант для тех, у кого есть кошки. Потому что раньше мы ставили обычную елку, там хоть на стол, хоть на пол. Всегда кошки срывали игрушки. Для них что-то шуршащее и блестящее, это просто... Это просто самое лучшее, что есть в жизни. Получается, вся елка – это подарок для кошек. Убедимся, как лучше поставить камеру. Почему столько теней? Потому что стена, да? Ну, короче, вы поняли, что это видео поздравительное. Очень праздничное. Очень позитивное и так далее. Подводим итоги. Нет у меня никаких выводов. Вот. На самом деле, единственный вывод, это то, что планы, которые себе напланировала, они могут реально не сбыться. Короче, да, отпускать вообще далеко не мой конек, не умею этого делать, надо учиться. Сейчас хотя бы в школу не надо ходить. Я не из тех, у кого детство – самый лучший период в жизни. Отнюдь, это не про меня. Поэтому набраться позитива, набраться терпения, Вот. Ну, в общем, в любом случае, в новом году я вам всем желаю счастья, любви, позитива, хорошего настроения, много денег, много удачи, я не знаю, душевных откровений, самопознания, реализации. В общем, кто что хочет, у кого какие цели, туда, в общем, чтобы вам была дорога и чтобы сопутствовала вам удача. Когда раньше я была такая вся позитивная, мне так все нравилось, мне так нравилось жить, мне так нравилось все подряд. Я радовалась малому, меня очень легко было обрадовать, я прям, знаете, была с широко распахнутыми глазами. То сейчас прям чувствуется, что я изменилась, уже не так легко воспринимаю жизнь почему-то. Не знаю, может, это пройдет. Я надеюсь, что это пройдет. Может быть, это период, когда, знаете, все равно надо взрослеть. Все равно какая-то инфантильность у меня была, и теперь надо от нее как-то избавляться. А вот этот период изменений, он тяжелый, и я в него попала, и я в нем застряла. Вот. Надеюсь, Новый год принесет какие-то новые краски. Знаете, просто новые краски в жизни, благодаря которым все в общем будет казаться хорошо, позитивно. И мы идем в правильном направлении. Мы идем в правильном направлении. Даже если очень тяжело, главное, чтобы направление было правильное.